Ну что, друзья, вот мы и добрались до жемчужины Адриатического моря, Черногории, Бока-Которского залива. И у нас с вами обзор отеля только для взрослых Blue Kotor Premium Resort and Spa. Идем смотреть, чем нас порадует этот пятизвездочный отель премиум сегмента. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me plais, un homme like you, baby. Сдержанная, но очень красивая входная группа у отеля. Небольшая такая особенность, что даже у отелей 5 звезд премиум уровня в Черногории нету какой-то вычурности. Спокойная, элегантная роскошь. Идем смотреть. Ресепшн отеля. Для тех, кто еще не знает, отель открылся осенью этого года. Отель не принимает детей. Этот отель только для взрослых. Здесь у нас расположен главный ресторан. А вот здесь лобби-бар, где подают напитки совершенно разного уровня. Есть сигары. Мы идем смотреть дальше. Обзор номера стандарт в отеле Blue Kotor Premium Spa. Отель абсолютно новый, открылся только осенью прошлого года. Все просто в невероятных светлых тонах. У нас размещение твин. Только посмотрите, вот в номере даже пахнет всем абсолютно новым. Вот такая вот небольшая уютная зона для отдыха. И есть еще вот такой прекрасный балкончик с прекраснейшим видом на Бока-Которский залив. Идем смотреть дальше. А сейчас мы с вами идем на завтрак. Я уже все получила. В отеле на завтраке выдают маски и вот такие вот перчатки, которые вы должны надеть. Так выглядит самый главный ресторан. И посмотрим, чем нас будут кормить. Так, здесь у нас, не буду открывать, яйца, сосиски. Сразу же вам могут сделать омлет с тем, что вы пожелаете. Каша, бекон, запеканки, очень много овощей, картофель, творог, еще какие-то каши. Теперь посмотрим еще. Здесь вы можете сами собрать себе все то, что вы хотите. Какие-то намязки, разные виды хлеба, кофемашина, йогурты и соки. Это не фреши, но просто обычные соки, которые очень удобно, что они холодные со льдом. Так, и что у нас здесь еще? Различные семечки, кунжут, намазки, сыры, свежие овощи, оливки, орехи. Конечно же, еще овощи и даже небольшие роллы на завтрак. Такое встречается не везде. Большой выбор мясных продуктов, всяких колбас. И посмотрим, что у нас из сладкого. Вот здесь у нас и брауни, и кексы, фрукты. Вот наборы фруктов очень удобно. Всякие печенюшки, круассаны, пончики. То есть смело могу сказать, что здесь любой найдет себе что покушать. Идем дальше.
сразу у входа на пляж можно заметить вот такой вот бич-бар, где есть различные снеки, очень приятная зона для отдыха. Сейчас покажу немножечко ближе. Очень интересный, красивый дизайн. Приятное такое место. И вот он, пляж. Идем смотреть поближе. Здесь не песок. Здесь как очень мелкие дробленые камушки. Помимо шезлонгов, можете отдыхать на вот таких вот кабанах. Какой прекрасный вид на город, да? У отеля свой собственный частный пляж. Шезлонгов абсолютно всем хватает. Сейчас я вам покажу этот нереальный цвет воды. Какая красивая волна. Кайф. Водичка, если вы видите, просто прозрачная. Хорошие чистые шезлонги. Конечно же, этот безупречный вид. Еще мне очень нравится вот этот вот променад. Здесь также есть шезлонги. Безумно приятно здесь. Лодочка плывет. Здесь на зоне ресторана. Когда лежишь именно в этой зоне, вот чувствуется, как по мне, какое-то уединение. Такой прямой вид на горы. Безумно красиво. А вот так с внешней стороны выглядят номера категории Swim Up, у которых есть собственный бассейн и, конечно же, выход к бассейну. Откуда открывается вот такой вид. Также в отеле есть спа-центр с комнатой для массажа, со спортзалом, таким бассейном. Такие крутые лежаки, очень интересные, приятные формы. Ну и, конечно же, даже из бассейна у вас открывается вид на залив. Спа очень приятный. И плавно переходим в спортзал. Для любителей тренировок даже на отдыхе здесь есть где разгуляться. Все базовые тренажеры в свободном доступе. Сейчас мы пришли в а-ля-карт ресторан. Смотрите, какая терраса. Играет очень приятная музыка. Кстати, что очень удобно, есть меню как на русском языке, так и на английском. Здесь у вас сразу представлены разные виды вина, более крепкого алкоголя. Ну, конечно же, самое главное – это невероятный вид на залив. Здесь вы почувствуете настоящий релакс, отдых. Но, конечно же, есть и зона ресторана внутри помещения. Здесь также очень приятно, прохладно. Можно присесть и здесь. Очень приятный персонал. Готов помочь вам в любом вопросе. И вот сейчас немножечко дальше пройду, покажу вам. Еще немножечко зону ресторана. Просто невероятно. Если вы хотите релакс, то вам однозначно сюда. Обзор номера категории Superior с собственным джакузи. Так выглядит спальная комната. Ванная с большой душевой кабиной.
Также есть здесь гардеробная, очень вместительная. И зона отдыха. И сейчас мы вышли на собственную террасу этого номера. Смотрите, какая красота. Это, пожалуй, лучшие номера в этом отеле. Что у вас огромнейшая терраса, джакузи и панорамный вид на залив. Уже можно прямо находиться в этом номере, никуда не идти. Максимум на пляж.